Колизей возвращается. После оглушительного успеха юбилейного турнира крупнейшая селекционная лига России сделает все, чтобы поднять планку еще выше. Турнир пройдет на уже полюбившейся всем арене УСК «Крылья Советов». Жесткие противостояния, высокая конкуренция и атмосфера настоящего Колизея сделают этот день по-настоящему особенным. Пресс-конференция для участников главного карда, фотосессии и стердаун для всех участников турнира. Все бои заносятся в профессиональную статистику «Шердок» и «Топовод». «Колизей». Битва чемпионов 21. 30 мая. Ты должен быть там.